Мене звати Світлана М'ялик, я українська журналістка, яка зараз живе і працює у Варшаві. І сьогодні ми хочемо представити вам інтерв'ю, дуже важке інтерв'ю насправді. За свою багаторічну роботу я бачила чимало важких, трагічних, жахливих історій, але це інтерв'ю сколихнуло мене і закарбувалось назавжди у моїй пам'яті. Йдеться про історію життя української жінки, Мальвіни Крутій із Маріуполя. Жінка народилась в Запоріжжі, в 70-х роках вона переїхала до Маріуполя і там мала щасливе життя зі своєю родиною, мала дім. Але з початком війни Росії проти України її життя змінилося. Пані Мальвіна до останнього не хотіла виїжджати і залишати свою землю. Але російські загарбники знищили вщент будинок її і її сусідів. Пані Мальвіна жила в історичній частині Маріуполя, недалеко від Азовсталі. І можна тільки уявити, що зробили з цією землею російські загарбники. Пані Мальвіна залишилася живою. Каже, що коли були жахливі обстріли, вона мріяла лише про одне – аби хоч раз в житті ще побачити свою доньку Гордану, яка на той момент жила у Польщі. Її донька допомогла, організувала виїзд пані Мальвіни з Маріуполя. Вже наприкінці березня 2022 року жінка виїхала і в травні, в середині травня 2022 року перетнула кордон з Польщею. Пані Мальвіна забрала з собою двох її собак, в її валізі також сімейні фото, а також столові сервізи. Це все, що залишилось від минулого життя, яке забрали російські окупанти. Тож, пропонуємо вашій увазі цю непросту історію. Але пані Мальвіна стала свідком тих жахливих російських злочинів, які робила і робить Росія на українській землі. Сину у неї на глазах осколком срізає голову. Води нет, трупи валяються, хоронення де попало. И вот самолеты все разворачивались над моим домом, с Ейска. Вот так вот они круг делают и летят на Азовсталь. Все стреляли, у нас по городу бегали с автоматами, с пистолетами, в танки. Все одновременно летит над нашим домом. И вдруг начинается красота. Зеленые поля, беленькие дома и только... Ездят потом дальше с буквой Z машины. Мне когда Гордана говорит, мама, может быть война? Я говорю, нет, не будет, дочечка. Ну как они могут такое сделать? Нет, не будет. Вдруг она ночью у меня будет. Я включаю планшет, она говорит, мама, включи видео, я обычно так мы разговариваем. Она, включи видео, война началась. Я говорю, какая война? Война у нас давно. Она говорит, мама, Путин войска ввел, война у вас началась. Я говорю, дочка, ну не переживай, ну война, ничего, я же уже привыкла, говорю, я сама-то привыкла. Я говорю, ничего страшного не будет, ты не переживай. Я увидела первый раз, когда летит на нас вот эта баллистическая ракета, когда летела с моря. И тогда только стукнуло, что это уже не та война, не 14-й год. Тогда мы все поняли, что все. Это было 14 марта. Это день смерти мужа. Выйти уже в туалет было проблемно. Ну, воды еще не было, ничего. Поэтому надо на улицу идти в туалет. Я захожу до туалета, дохожу вот в дверь только, захожу на улице, а это надо вокруг дома. Я с четвертой попытки попала до туалета, дошла. И я слышу свист. Я понимаю, что летит ракета. И она, я думала, что попадет она в этот мой туалет, и меня все снесет. А она вот в трест. Вот где этот трансформатор попала. Я думаю, гляну, не соседку ли мою бомбанула. И я туда побежала, потому что поднялся
столб пыли, все это. Я туда побежала посмотреть. И смотрю, это возле моего забора. И смотрю, там вынесла стенку, и в этот момент я слышу, летит самолет. И я знаю, что это будет сейчас стрелять. И я три шага, не хватает мне, чтобы у нас такие ступеньки, 8 штук, чтобы дом подняться. И мне не хватает три шага, чтобы я стала на эти ступеньки. Куда влетела эта? Я слышу, надо мной летит ракета. Она с такой свист, что она летит на меня, не куда-то, а летит на меня и на мой дом. Ну, бежать я уже, у меня ноги подкосило, я не могу бежать. Говорят, надо падать там, или ложиться, или садиться. Да ничего, это не срабатывает в этот момент. Все, я замерла. Я как стояла, я закрыла глаза и уши. И думаю в голове, там секунды, и думаю, неужели Гордану больше не вижу? Ну, хотя бы раз. И тут, вух, смотрю, столб пыли. Я думаю, сейчас должен дом загореться. Ну, остатки. А там же у меня животные. Как мне туда попасть? А дом заклинило. Верандочку снесло полностью, вот куда я должна была зайти. Она залетела в дом, и на крыше взорвалось. И вот это все разнесло. Столб пыли поднялся, я вся стою в этой пыли, но целая. Ворота, хотя до ворот далеко. Два гаража, веранда. Это беседка, даже машина, которая стояла за забором у меня соседа, все было как дуршлаг. А я стою рядом, совершенно целая. И в этот момент сосед прибегает. Он мне помог, дверь была заблокирована. Она стеклянная, была вся разбита. Но она держала вот эту часть крыши. И он мне помог эти стекла убрать. Собаки оттуда, я отсюда вытащила их стекла там. Это я прибегаю в ванну. Единственное окно, что было целое, это в ванной. Вот в доме. Все разнесло, все раковины посрезала на машинке, даже вот так аккуратненько все посрезала вот эти крутки это. А мышка сидит в ванной белая. Она у нас серая. Сидит в ванной белая и кричит, как сошла с ума. Я боялась ее на руки взять, потому что она как с ума сошла. Белая, она посынила? Да. Кошка? Да. Кишка посынила? Да. И вот я смотрю на нее, но я ж пока дошла, пока ее туда разобрали, мы туда это. И вот я сижу, она кричит не своим голосом, я открываю ей окно и больше ее не видела. А тот кот второй, они все, видно, сидели в ордаменной комнате, он сидел в шкафу, и я 4 часа его отодрать не могла от шкафа. Вот он как 4 часа сидел, как это. А эти двое туда-сюда бегали. Ну, естественно, на ихнюю психику это все подействует. Я боялась, что это. Гера так боялась все время. Она этих выстрелов, она падала в обморок. Представляете? Падала в обморок. Собака падает. Да, падала в обморок. Я думаю, что с ней? Чего-то она тут бегала, тут брык, и все, и лежит. Она, кажется, мертв, этот, в обмороке. Да. И я не плакала, не рыдала. Я думала, что я сошла с ума. Я стою, только повторяю, Господи, Господи, а в голове думаю, что мне теперь делать? Мы бездомные. У нас нету теперь дома, нету, ничего не осталось от этого дома. Ничего, то, что я всю жизнь берегла для нее, память какую-то Гордане, этого всего уже нету. И где я с собаками буду жить? Мы 19 марта идем, это мое день рождения, идем с собакой в гараж с мальчиком, потому что Гера не вылазила из дома. И мы идем в гараж, чтобы его освободить от хлама. Там, ну, там ничего такого ценного не было. Я начала все это вытаскивать на улицу. А обстрелы, это такие обстрелы, это невыносимо. Понимаете, кажется, вот уносят наш вот этот гараж, вот унесут, и оттуда летят, и тут, оттуда летят. И именно кажется, вот рядом, вот совсем рядом, вот возле гаража. Только что не сносят эту крышу, этот наш гараж. Я как выглянула, вышла, выглянула, смотрю, соседей снесло, других соседей снесло, третьих соседей снесло, вот это вот полдома оторвало. В общем, вся уже улица, уже все. Ночью, знаете, как выйдешь на улицу, мы же ходили только ночью в туалет, выйдешь на улицу и смотришь, весь город горит. Зарево вокруг, все горит.
Я пришла, села и сижу. А собаки там же лежат под столом. Я посмотрела на них и думаю, нет, мне надо жить. Во-первых, Гартана, а во-вторых, что с ними будет, со всеми? И они все трое, собаки две и Борька, я их пуховым одеялом прикрыла, и они все лежат и не двигаются. Они замерли все, никто ничего не тявкает, не видит. И заскакивает этот сосед и говорит, там дом рядом, ну, раньше мы жили там, потом мы продали с Гартана этот дом, говорит, хозяин в тюрьме сидит, в Еленовке, в Еленовке этой. Говорит, давай мы его вскроем и пойдем туда все это. А нам уже всем негде жить. И мы объединимся и будем жить в этом доме. Может, этот дом там такой большой, добротный как бы сделан. Мы прибегаем в этот дом, берем. И мы все там легли на диванах. Как бы один диван был на диване, они на полу. Утром мы начали планировать, как отсюда выбраться, если мы попытаемся выбраться, как нам выбраться с Мариуполя. У него газелька такая машина была, типа как микроавтобус такой. И как мы планировали это, как дорогу, по какой дороге, куда нам ехать, если выбираться. И вдруг в этот момент летит ракета, и все окна одним мигом вылетают у нас. Рассыпало, причем везде. Это как был два уровня там дом. Везде, во всем доме, нету. Встала я очень рано, выпустила собак, они там свои дела сделали. А в гараже стояли диван и два кресла. Я к одному креслу подошла, и Ира прибегает ко мне, встает задними лапками на это кресло, а передними меня за шею прижимается ко мне и зубами цокает. А это всегда у нее. После этого, значит, что-то случится. Я говорю, давайте убегаем, потому что, говорю, Гера, это она предчувствует, говорю, я просто боюсь, что нас тут и похоронят. Такое огромное это махина, это гараж. Мы забегаем в дом, в этот момент, в дом, влетают ракеты. И вот эта 8-метровая вся стенка разрушается, превращается в пыль. Мы стоим все покрыты этой пылью красного кирпича. И у нас ничего не остается, только этот снова туалет. Мы в туалет заскакиваем. Я думала, там он хорошо сделал крышу. А я смотрю в небо. И все эти ракеты летят над нами, потому что они уже начали разрушать сзади нас все это. Это сгорело все эти дома, которые рядом с нами были. И куда нам бежать? Уже ж некуда спрятаться. Все вокруг разрушено. Уже некуда спрятаться. Гараж – это тоже как мы, знаете, как на витрине. Ну, мы бегим. Под домом у меня хозяева, которые строили, там был маленький сарайчик. Он где-то метр высотой и так полтора на два где-то метра ширина один. И там тоже у меня было столько хлама, все в этом банке с этой краской. Мы этот, все этот хлам под эти страшные обстрелы. Мы все это выносим, туда ковер побитый весь осколками стелим. И все. Мы не можем даже сбегать. Есть у меня в доме что, и пуховое одеяло, там это. Но мы уже не можем ничего сбегать. Мы вытянем. Мы 3 дня не выходили с этого сарайчика. 3 дня мы ничего не ели, ничего мы не пили, ничего. Вот мы сидели, все, мы ни воды не взяли, ничего, потому что мы заскочили и сидим. И вот самолеты все разворачивались над моим домом. Сиейска. Вот так вот они круг делают. И летят на Азовсталь. Я не понимала, почему такие они делают круги. Причем те самолеты, которые бомбят нас этими ракетами, они высоко летят и ракету эту запускают, и она или взрывает, или горит. А на Азовсталь они бомбы бросали. И вот эти, которые бомбы бросают, они шли ниже. И он должен разогнаться, чтобы, когда он бросает эту бомбу, она его не уничтожила самого. И вот слышишь, как, ага, вот этот летит, будет ракетой стрелять, а вот этот летит, сейчас будет бомбы бросать. Мы считали, что 18-24 бомбы они бросали, нас застали за один вечер. Вот вечер, там, после, видно, как поужинают и начинают. И вот они 18, буквально через каждых 6 минут.
засекали это время. Один был на Завстале, может, кто-то услышит это когда-то с азовцев. На Завстале было какое-то оружие, я не знаю какое. Но я 100% знаю, что оттуда стреляли. Я его назвала трансформер. Это, знаете, вот стреляют эти русские, бросают все, что можно. Танки, какое-то орудие. Ну, мы знаем, что это стреляет по Завсталю. Мы слышим, потому что все ж летит над нами туда. И они вроде притихли. Думаю, ну все, все, убили их. И вдруг трансформер. Это, знаете, вот как в мультиках были. Он поднимается, встряхивает себя. Вот слышно, как вроде поднимается, как вроде встряхивает себя все. А потом, как стрельнет. Такой был это. Я их вот среди всех я различала. Потом все начали прислушивать. Я говорю, ну точно, это трансформеры. И все начали прислушиваться. А один раз, это очень важно для меня, потому что один раз я лежу, никого не было в этом нашем сарайчике. И слышу, со Завстали стреляет. Вот какое-то орудие, я не знаю какое. Может, это пулемет. И как плач. Вот такой звук, как плач. Вот как вроде он умирает, и последние минуты он стреляет. Этом. Это так было жутко. Я так расстроилась. Я как начала плакать, думаю, господи, точно он умирает там. Это уже был апрель месяц, начало. И казалось, что вот он умирает, и последние эти звуки дает. Они когда все стреляли, у нас по огороду бегали с автоматами, с пистолетами, в танки. Все одновременно летит над нашим домом. Представляете, со всех сторон. Потому что это же квадратик, вот, и мы в этом квадратике. Это, и они вот вокруг все стреляют. Мы не знали, что мы вообще, какая власть. Потому что сосед поехал забрать внука на 23-й микрорайон. И приезжает и говорит, а нас обстреляли. Я говорю, кто? Мы не доехали. Я говорю, кто вас обстрелял? Он говорит, русские. Думаю, ничего себе. А я говорю, как русские? Говорит, а там уже русские. Вот город бы как бы весь этот целый, а там русские уже были на 23-м и сюда вот на 17-й возле обзоры. Поэтому я все вот эти гортани написала, что воды нет, трупы валяются, хоронят нет, где попало. Я выхожу, там соседка 41-го дома на Фонтанной. Ну, мы же все друг друга там знали, хотя я на Юпатерийской, а на Фонтанной. Она сама юрист, у нее был сын и невестка. Они все, когда война началась, они все были дома. И сосед на два хозяина у них дом, ихний дом спалили, а сыну у нее на глазах осколком срезает голову. Невестку убивает, соседа убивает. И представьте, она своими руками всех троих ложит в одну ямку и сына голову прилаживает к этому туловищу. Вы же с ума с этим можно. Разве можно? А второй сосед взорвался в машине, что-то там копошилось, а этот самолет взял, стрельнул на него прямо это на машину. И он кусочком жены на глазах разлетелся на мелкие куски. Они ничего не смогли собрать. Те кусочки, которые это, они догорели. Это невозможно. Все это все пережить. Я посмотрела на эту соседку, она, знаете, вот ребеночек 8-летний. Вот она превращалась, я даже не могла понять, то она это или не она. Она говорит, ну, Мальвина, я никуда не уезжаю, не ухожу, потому что я сижу на попелище, чтобы их когда-то похоронить. Они же не закапали всех это, прикапывали. В этот район никого не пускают. Были те, которые перевозчики, там волонтеры, но нас, к нам, не пускали никого. У нас стояли везде блокпосты на греческом, по всем, это, короче, вот это мой карбочек. Да, везде стояли блокпосты, и танка там постреляет, туда переедет, и вот это целый день вот так вот. Поэтому туда подъехать никто и не хотел бы подъезжать, потому что это. И там, как Гордана училась с девочкой, а ее дедушка с бабушкой жили на Фонтанной, это рядом возле нас. И Гордана говорит, мама говорит, Даша Лаврентьева тоже в этом живет в Польше. Ну, я не знаю как, но, короче, там еще какая-то девочка, вот они все вместе там переписывались, и эта девочка попросила какого-то своего родственника, чтобы если кто-то будет ехать,
то чтобы меня забрали. И вот завтра мне уезжать, он приехал и быстренько, он приехал и увидел, что дома у меня нет. И он начал, слезы у него покатились, что опоздал чуть-чуть. Он думал, что меня вот только разбили. И он выходит на улицу и говорит: вы не знаете, может, они живы остались. А там сидел какой-то и говорит: да они там под домом, в подвальчике прячутся. В общем, мы так заскочили в машину, что даже не сказали соседям «до свидания». Но мы не знали, куда мы едем. Я не знала. И когда у меня мы переезжаем, вот это, знаете, такой страх, такое чувство, такая боль, когда ты едешь в обугленный город, обгоревший весь, и вдруг блокпост, тут на блокпосту машины все сгоревшие лежат. И вдруг начинается красота. Зеленые поля, беленькие дома, и только ездят потом дальше с буквой Z машины. И я говорю: а куда мы вообще едем? Ну, они вот как-то по-другому там называют сейчас. Ну, в общем-то, Куйбышево это называется, это в Запорожской области этот, был раньше поселок городского типа, ну, там теперь типа городок. И мне начинает заходить: а что ж я сюда еду? Я говорю: к чему мы едем сюда? Почему мы сюда едем? Он говорит: а я даже не знала, куда едем, зачем мы едем. Он говорит: а мы приедем, там моя тетя и дядя и их внук. Я вас, их забираю, а вас оставляю там. А потом дочка ваша найдет перевозчиков, отсюда уже забрать будет легче. Когда она нашла какого-то там перевозчика, который... перевезли меня, семья там была, муж с женой, и они меня привезли в Бердянск. В Бердянске у меня снова проблема, потому что мне не туда, куда тот перевозчик Гордана ему заплатила, а оказывается, это все вранье, там ничего никто не знает. Меня привезли, меня снова на улице бросают. И, в общем, Гордана уже вышла там на преподавателя, преподаватель на эту семью, которая у меня, и я там прожила еще 5 дней. И потом та семья, в которой я жила, они нашли мне переводчика, потому что они хотели сами в Днепропетровск уезжать, и меня уступили как бы мне место, время и дорогу, и я с этими переводчиками. Мы доехали до Васильевки, до Запорожья они меня привезли. Ну, дорога, конечно, была это, собаки поукачивались, у них это тошнота, рвота. А там блокпосты, представляете, открываешь, они открывают машину, то бурят, то чеченец, то эти ДНРовцы открывают машину, а тут и думаю, сейчас расстреляют. Мало что меня расстреляют, так еще всех весь этот микроавтобус расстреляют. Это был страх все время. Такие водители, Господи, дай Бог им всем здоровья, тем людям, которые мне помогли, они водители... Эти, когда выходили на улицу, не держали. Короче, мы до Запорожья доехали, и Гордана этих водителей уговорила, чтобы они меня привезли на границу. Ну, в Запорожье мы переночевали у моей племянницы, чемодан мне дали, потому что один порвался. И, в общем, эти ребята привезли меня на границу. Вещи помогли нам донести, эти, я имею в виду водитель. Я вот таможню прошла эту нашу, а там девушка сидела и говорит, это же ночь была. Она смотрит на паспорт, ну, где прописка, и она говорит: вы возле застали? Я говорю: да. Она как начала плакать, что там на шее, это уже последние дни эти, перед тем, как уйти. Даже не представляете, какое у меня было состояние, когда я увидела, что они выходят со застали в плен. Это было ужас. Это была такая тяжесть. Вы даже не представляете это состояние. Терять родину, терять все. И у Горданы сначала не было такого, это она как держалась, все это себя, пока не привезла меня домой, держалась. Ну и мы на уже этот таможня пришли на эту польскую. Парень тоже хороший так посмотрел, нас очень хорошо. Чипыш поставили, там отвел нас. Очень хороший этот парень попался нам. А там сидят в окошке двое, девушка и это парень. И тут парень вышел и принес нам наши вещи уложить, помог вынести и помог уложить. Спасибо им всем. Я так благодарна вообще-то Польше. Я не чувствую здесь себя как за границей. Мне кажется, я иду как по Мариуполю, я забываю.
А потом, когда уже хлоп, чужой разговор, тогда мне только доходит это. Тут очень много общего, смотришь, очень много. Кажется, люди такие же, люди так ходят одетые, что такого ничего нет. Я когда приехала, два месяца где-то я лежала, я не поднималась. Гордана потащила меня, все время тащила в город. Мама, идем, я тебя отведу. Посмотри, какое она пыталась меня оторвать от всего этого. А я падаю в обморок на улице. Не поверимся мы, почему? Потому что это город мертвых. Это везде, везде трупы, везде лежат, везде закопаны. Я не уверена, что кто-то похоронил и уехал. Они там так и остались. Вот приходит к моей соседке еще, к там другой, и говорит: Люда, там твоя Инка в смотровой яме лежит, дочка. Она, я не могу их хоронить. Она: так что ж нам делать? Ну, похорони. Ладно, я столько уже закопала, и еще ее закопаю. Что люди закапывали, просто закопали. Я не знаю, эти все души, их же никто не похоронил. Они поднялись с неба, как можно жить среди трупов? Я не знаю, я не могу. Ни Гордана, ни я, мы не можем. То вы никого не повернетесь в Мариуполь? Ваша жить ваше нет. Майбутнє вже тут, в Польщі? Я не знаю, где мы будем. Это очень тяжело осознать то, что я не могу вернуться в Мариуполь. Не из-за того, я говорю, я не смогу просто там жить. Я каждая, Гордана купила черешню, я плачу. Купила мне, у меня в прошлом году такие были белые гладиолусы. Я всем рассылала, показывала, посмотрите, какие гладиолусы. Я все это потеряла. Я не знаю, этот дом я никогда не построю. Этот дом мы никогда не этот. Мы не сможем его отремонтировать, ничего, потому что там ничего не осталось. И я думаю, там разнесли все подряд. Куда нам вернуться? Мы бездомные. Света, сейчас русские наступали, потом украинские будут наступать. Всю эту сволоту выгонять, и я не думаю, что это там останется. Потому что у нас, я первый раз, когда вышла со своей улицы, Гордане позвонить, мне надо было, чтобы позвонить, надо было наверх подняться, далеко там пройти, минут 30 надо пройти. И я когда вышла, мне сосед все время говорил: «Тетя Мальвина, вы были на Артема?» Я говорю: «Не было». «И не ходите туда, потому что вам будет плохо. Не ходите туда». У меня же вот эти соседи, если что-то куда-то ходили, там они ходили. А я не выходила, потому что они боялись, что я не выдержу это. Я когда вышла, это то, что я видела из своего дома, это было это. А я когда вышла, я каждого человека знала на улице. И я вышла, у них все сгоревшие дома. Все сгоревшее, понимаете, там была такая собачка Степка. И я не думаю, что они куда-то успели уйти. Они там были, я видела ее возле. И я думаю, что там мать такого моего возраста, сын 42 года, он инвалид, он почти не ходил и не разговаривал. У них дом укатан полностью. Я не верю, что они куда-то ушли и они могли уйти. Они 100% остались все там. Были такие, конечно, у нас умники, которые говорили, что это украинцы стреляют. А я все время говорила: украинцы виновны в том, что у нас нет того оружия, которое может попасть в тот самолет. Это невозможно. Один самолет сбили, правда. Потому что они стреляют туда, это как муху в небе. Ловишь ее, ж поймать невозможно. Так и вот это. Как можно и вот такую высоту 15 или 10, там сколько километров вверх, как его можно это сбить? Нет, это невозможно. Они стреляли, они пытались, но это невозможно было. Я это понимаю, здравый смысл-то, я понимаю, чтобы это... Но то, что вот я все время думала, когда этот самолет летит, он же куда-то видит, куда он попадает, как он мог попасть? Они же не попадали там в гараж или куда-то, они попадали в все дома, значит, он не видит, куда это... Да, но я имею в виду, они же видели, что они это, в дом попадают. Значит, я все время говорила, чтобы он поднялся в небо, не могли летать, поднялся в небо и видел вот эти души все, которые поднялись в небо, мертвые, чтобы у него руки дрожали от всего этого. Я бы хотела, чтобы, конечно, был трибунал, и чтобы это все люди... Еще, знаете, вот самое страшное в этой еще истории, что я смотрю, вот многие поляки, они не осознают даже,
что на самом деле происходит. Что люди во всем мире не осознают вот этого, что произошло, что мы, и Буча, и мы, и вот Северодонецк, и тот же Лисичанск, и этот вот сейчас это Бахмут. Это же просто. Я читаю даже наши, я читаю комментарии где-то там вот, или Бахмут, или где-то, что не могут выехать. Да, если бы у меня не было денег, в смысле у моей дочки не было денег, я бы не выехала бы. Никто бесплатно не вывозит. Вывозят все за деньги. И те, которые сейчас там половину осталось, не за то, что они не хотели выехать, у них просто нету денег. Моя соседка тоже собралась выезжать, а потом выложила все вещи и говорит, а кто будет за меня платить, у меня нету денег. Поэтому их нельзя на них говорить, что они предатели. Нет, там не все предатели. Да, есть предатели, но не все предатели. Они от безысходности предатели.